Трамп назвал дату и место встречи с главой КНДР. Долгожданная встреча между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США состоится в Сингапуре 12 июня 2018 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня 2018 года. Об этом американский политик в четверг, 10 мая, сообщил в своем Твиттер. Долгожданная встреча между Ким Чен Ыном и мной состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба будем стараться сделать ее особым моментом для мира во всем мире, написал Трамп в микроблоге. Ранее источники американских СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын скорее всего встретятся в Сингапуре. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team-correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.